Государственное коммунальное предприятие «Теплокоммунэнерго» на сегодняшний день работает в стабильном режиме. Все подготовительные мероприятия, которые делались в предотопительный период, они проведены практически полностью. Техническое состояние котельных на данный момент в исправном состоянии. Конечно, есть моменты, это, скажем так, наследство, которое нам досталось еще с постсоветского пространства. Большинство котельных, которые в свое время необходимо было ремонтировать, но за последние, вот, скажем так, 3 года выделяется достаточно количество средств для реконструкции и ремонта данных котельных. На сегодняшний день, скажем так, из 22 источников, почему 22, я дополню, до этого у нас было 18 источников, которые были в составе «Теплокоммунэнерго». Это две больших ТЭЦ, это ТЭЦ-1 и РК-1, и котельная свыше 100 гигакалорий, это котельный центр. В этом году у нас добавилось еще 4 малых котельных. Эти котельные на протяжении 9 лет были в доверительном управлении у предприятия ТО «Тепломонолит», но в этом году они показали свою несостоятельность, не смогли подготовиться к зиме, поэтому мы вынуждены были уже перед отопительным сезоном взять данные котельные на обслуживание в «Теплокоммунэнерго». Они в том числе тоже готовы и запущены. Отопительный сезон мы начали, скажем так, даже, наверное, ранее, чем своевременно, 29 сентября. Как бы по нормативу, если среднесуточная температура ниже 8 градусов трое суток держится, то запускается отопление по городу. Но в целом на сегодняшний день средняя температура по городу выше нуля, и в принципе как бы все котельные работают в исправном состоянии. Отметим, в этом году проделана работа по прокладке перемычки между котельной центра и котельной 103 с целью распределения тепловой энергии в пиковый период. Аим Жена Сарлан Исаков, информационная программа Шарайна, ТВК-6.